Оно было основано двумя указами Екатерины II. Анатолий Елдашев – автор популярных книг о казанских некрополях. Лучше его исследователя вряд ли кто-то знает Арское кладбище. Историк-краевед уже не один год ведет здесь экскурсии. Говорит, в Казани возрос интерес именно к туристической некрополистике. Здесь Казанская была на жесте, Казанская икона Божьей Матери, она не сохранилась. Далее, начало 90-х годов, видите, святотатство, ударили. Анатолий Михайлович показывает нам единственный сохранившийся памятник герою Первой мировой войны и замечает, экскурсию он проводит раз в две недели. Прогулка пользуется большим спросом как среди горожан, так и гостей столицы. Именно Анатолий Елдашев первым и забил тревогу. В письме обратился к президенту нашей республики, он достаточно оперативно среагировал. А запрос был в таком плане, что все-таки, к сожалению, память мы теряем, что мораль и нравственность общества определяется отношением к детям, старикам и к некрополям. Так и появился проект «Казанские некрополи». Рабочую группу на Арском кладбище возглавила Любовь Агеева, редактор просветительской газеты «Казанские истории». За полтора года краеведы, что называется, ногами прошли весь погост и обследовали могилы. На данный момент выявлено порядка 600 захоронений, представляющих историческую ценность, а значит, интерес для туристов. Если мы как бы думаем об экскурсиях, о таких массовых, то мы сначала должны подумать, куда мы приведем, что мы покажем, как мы туда дойдем. И есть еще одна проблема, которая при этом тоже должна решаться, это должно быть информационное обеспечение. Это еще более-менее приличный, да, потому что пройти, да, по всему кладбищу, да, множество таких пик, есть захоронения, которые в глубине, вот, и чтобы к ним пойти, нужно преодолевать вот эти бесконечные лабиринты. Вторую рабочую группу на Новотатарском кладбище возглавил Айдар Нагманов. Он заведует отделом культурного наследия в Институте истории Академии наук. Ограды, преграды, сегодня главная особенность как здесь, так и на Арском кладбище. А еще навигация. К примеру, найти могилу известного богослова Шагабуддина Марджани без сопровождения ой, как непросто. Любовь Агеева и Айдар Нагманов в беседе с нами уточнили, как завершится исследовательская работа, будут изданы справочники. На основании этих изданий, в конце концов, можно будет выстраивать именно туристические маршруты. В каком направлении двигаться дальше? Мы решили изучить передовой опыт. Вы думаете, я сейчас иду по одной из аллей парка Казани? Вы ошибаетесь. Мы находимся в Москве, на Новодевичьем кладбище. Здесь все не так, к чему мы привыкли. Во-первых, нет давящей атмосферы. Здесь своего рода музей под открытым небом. Новодевичье – самый известный некрополь Москвы. Входит в сотню самых красивых и уникальных захоронений мира, включен в список наследия ЮНЕСКО. Здесь особая аура, энергетика. Несомненно, сказывается и то, что рядом находится монастырь. Идя по аллеям и читая имена на мемориалах, невольно ловишь себя на мысли. Я их всех знаю. Как вы видите, здесь, на Новодевичьем кладбище, нет оград. Могила Юрия Никулина круглый год утопает в цветах. За ней ухаживают друзья и родственники. Интересна и сама композиция. На первом плане собака. Юрий Никулин привез первую собаку рижинг-шнауцера из США в Россию. Хочу отметить еще одну деталь. Если родственники умерли и некому ухаживать за могилами, могилы особо значимых, отличившихся людей государство берет под свою охрану. Как нам сообщили на Новодевичьем кладбище, каждый месяц выделяются средства. Памятники, произведения искусства. На некоторых есть особая гравировка, QR-код. Считывая штрих-код смартфоном, можно получить полезную и интересную информацию. Каждый день на Новодевичье кладбище приходит не менее 500 туристов. В год 400 тысяч человек. На Новодевичьем кладбище все условия для туристов. Вот, например, на входе плакат, где захоронены знаменитости. Также каждый турист, кто решил пройтись самостоятельно по кладбищу без гида, может при входе взять вот такую брошюрку и найти захоронение без труда. На Новодевичье кладбище очень много желающих попасть. Это и китайцы, это и немцы, это и шведы, ну и, конечно, в первую очередь русские. Но лучше всего по кладбищу ходить с гидом. Игорь Козлов руководит культурным центром 21 век. Самый креативный и известный в Москве экскурсовод рассказывает нам, что есть три формата экскурсий. Индивидуальный, групповой и тематический. Самая короткая экскурсия длится около часа. Самая продолжительная – 5 часов. Цена от 500 рублей. Существует такая легенда о том, что якобы, когда Гоголя перезахоранивали, открывали
гроб, и якобы что Гоголь пытался на поверхность как-то вылезти, что там царапины какие-то оставались, следы его борьбы, почему он боялся всю жизнь умереть в летаргическом сне. И, естественно, вот такая байка, такая легенда появилась. Да, на Новодевичьем встречаются ограды, но лишь в старой части кладбища. Кстати, у экскурсовода для любознательного туриста заготовлены подарки. Я всегда задаю вопрос на экскурсии, какими духами пользовалась Елена Сергеевна. Ответ есть в романе «Масим горит», я его сейчас не буду говорить, потому что мы когда проводим экскурсию, у нас еще есть разные такие бонусы. Или книга в подарок, или духи, а тот, кто самый такой правильный, умный, даже колье. Говорят, сюда очень часто, и причем тайно, приезжал Иосиф Сталин. Долго стоял и плакал у могилы. Могила Надежды Аллилуевой – одна из самых посещаемых на кладбище. Вот они, кстати, специально прорубленные ворота, через которые генералиссимус, минуя лишние взгляды, и приходил на могилу жены. В рамках сюжета, увы, мы вам не сможем показать и малой доли того, что таит в себе история. Я недавно вел экскурсию по тропам исполнения желания. Это какая-то барышня не выдержала уже меня. И спустя полтора часа говорит, у меня говорит, вынос мозга. Взрыв. Все, хочется бежать в книжные, хочется покупать книги, хочется смотреть фильмы, хочется смотреть передачи. Вернемся в Казань. Нам еще многое предстоит сделать. Нужно ли убирать ограды, как в Москве? Этот вопрос требует детального обсуждения. Любовь Агеева ведет нас к памятнику ученому Карлу Фуксу. Группе туристов здесь явно не пройти. Ему притуал в этом не виноват. Больше просто негде складировать инвентарь. Нет места для постройки бытовки. Уже внесено предложение, чтобы, как и в Москве, при входе на Арское кладбище установить схемы расположения могил известных людей. Но все упирается в деньги. Пока лишь принято решение вместо QR-кода на памятниках установить вот такие таблички. Надпись выгравировать лазером. Сделать это бесплатно согласилось руководство самого МУП-ритуал. Но самая большая и главная боль на данный момент – это состояние памятников. Ведь после переписи вскрылось немало болячек. Вот так, например, выглядят памятники федерального значения на Центральной аллее. Многие трудности связаны с тем, что неизвестно, в законе не прописано, собственно, кто должен заниматься настолько серьезно, чтобы выделять деньги. Но работа по реставрации потихоньку идет. И это опять же благодаря адресной поддержке Рустама Миниханова. К нему обратилась община старообрядцев Старопоморского согласия. Отреставрирован склеп известного казанского купца Якова Шамова. А вот чтобы завершить ремонт часовни, нужны еще средства. Президент уже выделил хорошие деньги для того, чтобы провести исследования на всех кладбищах. Вот если у нас есть один человек, который может в этом смысле помочь, походит по городу и увидит такую проблему, и потом она начнет на наших глазах решаться. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Хамид Шамсиев. 7 дней. Москва. Казань.